Очень у меня красивое получилось. Ой, господи, что за бред вообще? И как я уже обещала в прошлом влогмасе, у меня для вас есть подарок новогодний. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, кто где и кто в какое время смотрит. И поскольку у меня в последнее время появилось много подписчиков из солнечной Армении, Барензез! Итак, наконец-таки время второго влогмаса. Я, честно говоря, думала, что буду делать влогмасы чаще, но, увы, моя работа основная отнимает у меня уйму времени, поэтому, ну, по возможности. Видите, на данный момент уже вечер у нас, 20:20, кстати, можно загадывать желание. Вы загадываете желание, когда цифры одинаковые, там 20-20 или там 15-15? Я не загадываю, а я всегда загадываю, между прочим. Никогда не исполнялось, но всегда загадываю и верю, что когда-нибудь обязательно исполнится. Ну и перед тем, как начать этот влогмас, советую вам сбегать быстренько на кухню и налить себе что-нибудь вкусненького. Какао, чай, шоколад, не знаю, может быть шампанское, как вариант. С этим будет намного уютнее смотреть новогодний влогмас, точно вам говорю. И, как я уже обещала в прошлом влогмасе, у меня для вас есть подарок. Не буду я открывать эту коробку, пожалуй, пусть это для вас будет сюрприз новогодний. Буду вашим секрет Санта. Как получить этот подарок, вы узнаете в конце видео, так что смотрите до конца. Я очень надеюсь, что видео вам понравится, потому что на самом деле я в восторге. Честно, прям очень у меня красивое получилось. Поехали!
я наконец-таки закончила 2 дня. Я занималась украшением квартиры. Посмотрите, какая у меня получилась сзади красота. Ну, честно говоря, в восторге. Я 3-й год это здесь делаю, мне безумно нравится. Вот как выглядит моя гостиная. Но, правда, еще пока у меня стоит лампа. У меня стоит вот этот вот. Надо его убрать. Собственно, вот как выглядит сейчас гостиная. По-моему, очень празднично, по-моему, очень по-новогоднему. Так прям круто. Вот эти подушки тоже абсолютно бомбически. И так уютно, знаете, вот в этот вот плед укрыться. И рядом с елкой, слушайте, класс, сидишь, смотришь себе Christmas Chronicles. Короче, кайф. Ребята, я довольна, и я со спокойной душой могу сказать, что я в этом году перевыполнила, наверное, план. Я молодец, я собой очень довольна. Поэтому, кому нужна фотостудия на новогоднюю фотосессию, обращайтесь. Пока-пока! Итак, друзья, насчет подарка. Для того, чтобы получить этот подарок от меня, нужно просто-напросто написать в комментарии, что вы хотите подарок и как вы думаете, что внутри. Тот, кто ближе всего окажется к правде, собственно, его получит. А еще я сюда вложу открытку, напишу ее специально для человека, которому отправлю этот подарок. И мне кажется, что открытка написана даже человеком, которого вы никогда в жизни не видели, может быть, даже не увидите никогда, но все равно. Очень приятная мелочь, мне кажется. Я не буду вас просить подписаться на меня в Instagram, Facebook, Одноклассники, где там еще подписываются. Я не буду вас просить подписаться на кучу других компаний, потому что меня никто не спонсирует. Да, у меня всего 285 подписчиков, увы и ах, но такова правда. Поэтому этот подарок исключительно от меня вам на Новый год.